красиво. Ты вернешься? Конечно. Покрывайся перед Богом. Любить меня? Да неизвестно. Это сигнал тонущего корабля, Анна Васильевна. Монархия пала. Местом центральной власти назначаю Иркутск. Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому. Да поможет нам Бог. Правый борт, орудие «Гоголь».